Работу отрасли и планы на будущее обсудили на коллегии Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии. Вопросы отрасли в разрезе послания главы Чувашской республики, планы и итоги работы министерства – такова была повестка дня расширенного заседания коллегии Минкультуры Чувашии. Прозвучало много цифр и фактов, характеризующих развитие отрасли. Акцент ставился на подготовке профессионалов. Поэтому мы сейчас очень плотно работаем с нашим училищем культуры и с институтом культуры. Речь идет о том, что нужно перезагрузить эти учреждения образования для того, чтобы они готовили специалистов, которые придут не только сегодня в библиотеки, в сельские дома культуры, но готовы прийти на наши театральные площадки. Кроме того, отдельная задача стоит по разработке концепции работы театра, оперы и балета. В совещании подчеркнули, чтобы творческий коллектив вышел на новый уровень, нужна большая работа по усилению репертуара, привлечению молодых кадров. Напомним, здание самого театра подвергнется серьезной реконструкции. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошеин, Республика.